Все дело, поясняет Михаил Кондратьев, в отсутствии ливневой канализации. Вода с дороги под уклон стекает прямо под многоэтажку. Проливной дождь образуется ручей, который размывает почву и образует русло. При строительстве комплекса Арбат, они проложили трубопровод, который выходит возле нашего дома. Вода проникает под дом, смачивает грунтовую земляную землю. Это в будущем может привести к осадке здания, потому что грунт он намокнет, впитает в себя очень много влаги. Впереди, опасаются жители, осенне-зимний период, далее весеннее снеготаяние. Все это может привести к осадке здания. Дом может пойти по швам. В такой ситуации вероятность того, что пострадают два крайних подъезда. Жители обратились в администрацию города. Участок обследовала комиссия. Как укротить ручей, об этом на последней пресс-конференции представители СМИ спросили главу города. Раньше у нас там была проложена труба, которая отводила воду на тот бесходный участок, на котором сейчас находится Арбат. Кроме вот данной проблемы, мне не нравится въезд с левой стороны Арбата, потому что они немножечко подняли въездную часть, и там расположена большая лужа. В протоколе планерки, значит, дал поручение отметить данный пункт специалистам, выписать требования собственникам и приложить какие-то пути решения. На следующей планерке Александру Кузнецову должны довести информацию о том, что можно сделать в сложившейся ситуации. Светлана Доровских, Варвара Павлова, «Наш город».